Свыше 16 миллиардов рублей составила выручка второго по величине налогоплательщика региона компании «Башспирт». Предприятие реализовало за прошлый год более 42 миллионов литров алкогольной продукции. Рост по сравнению с 2018 годом на 2 миллиона литров. Такие данные озвучили в ходе заседания совета директоров компании. С ростом выручки значительно увеличились и налоговые отчисления компании. Так, за прошлый год «Башспирт» перечислил федеральный и региональный бюджет свыше 11 миллиардов рублей. Это почти на 600 миллионов рублей больше, чем в 2018. За прошлый год предприятие значительно расширило и регионы присутствия. Башкирскую ликеро-водочную продукцию стали поставлять еще в 25 субъектов страны. Таким образом, напитки теперь могут приобрести жители 40 регионов. При этом большую часть объемов по традиции выбирают Москва и Московская области, Санкт-Петербург. На 809 миллионов больше, чем в 2018 году. Ну, телезритель, наверное, удобнее все-таки воспринимать что-то. Это вот целая школа, она вот стоит примерно столько. Поэтому наша задача наращивать примерно такими же темпами год от года. Потому что предыдущие годы, 2017 и 2018, с точки зрения и произведенной продукции, и выручки, и налогов, не были такими удачными. Выходили в ноль, где-то даже с отрицательной динамикой работали. В середине года «Башспирт» планирует открыть в пригороде Уфы новый завод мощностью свыше 70 миллионов литров в год, что сравнимо с суммарной производственной мощностью всех его филиалов. Стоимость проекта оценивается без малого в 3 миллиарда рублей. На производственном комплексе создадут 400 рабочих мест. После запуска компания планирует нарастить поставку своей продукции на зарубежные рынки, в частности США, Индию и Молдавию.